Всем привет, дорогие друзья. У микрофона Пантера. У нас на карте Алжир и Австрия. Как же сыграть за эти нации, когда они играют вместе? Так, ну я склоняюсь к ближникам. Из-за них и буду играть. Да, три уже там есть. Сделано, все, я понял теперь. Так, надо дерево. А, дерево есть, камни, да? Не включил я еще. Один городской центр, конечно же. Бы минимальные прокачки не сделали, должно нормально быть. Thank you.
топорик. Топорики в лес идем. Опять нет камня. Теперь нет дерева. Сплошные проблемы. Железо мы постараемся лучше занять, побольше крестьян туда отправить. Просто тупо никого посылать. До сих пор у нас нет дипломатического центра, это, конечно, беда. Давайте какие-то прокачки хотя бы сделаем для приличия. Больше гаубиц. Дешевле гаубиц. Давайте докачаем рундашир сначала.
Вообще безди поиграем. Офигеть. Что так можно было? Сейчас можно уже с еды снимать людей. Вообще похер на эти отряды. Давайте снесем забор.
Там уже крепость занята союзником. Что, попался? Попався. Ну и все, зелененький вышел. Подарив нам 20 пушек целых. Давайте лучников клепать. Нормальная будет смесь. Как по мне. Ну и все. Это белье.
Мы только докачались. Хана какая-то была. Кто такая Хана? Хана? Ну да, короче, много стволы и две террасы, конечно, решают. Ничего не могут сделать легпехи против такой комбинации, даже пушки ничего не спасает. Пушки не успевают отрабатывать по многостволам. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, берегите себя.